Уважаемые друзья, здравствуйте. Один из самых лучших способов обогащения почвы полезными элементами и улучшения структуры почвы является использование сидеральных растений или сидератов. Различные культуры, такие как горчица, горох овощной, фасоль, фацелия, амарант, шириц и так далее, можно начинать сеять уже с начала августа, прямо по тем растениям, которые растут в условиях защищенного грунта. Это томат, перец, огурец, баклажан и так далее. Эти растения ни в коем образом не будут мешать росту развития основных культур. В то же время, после выдергивания этих растений, например, в конце сентября, сидераты наберут определенную массу, листовую массу, и перед заморозками эти растения можно запахать и таким образом значительно улучшить структуру почвы, также обогащать питательными элементами. В данном случае мы использовали горчицу и горох овощной. Чем гуще вы посеете, тем лучше. И после выдергивания основных культур, томата, перца, перед заморозками мы эту зеленую массу перепашем, и уже теплица будет готова к использованию в следующем году. Уважаемые друзья, подписывайтесь на наш канал. Те, кто подписался, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы, отправьте ваши комментарии. Мы на них будем отвечать. Удачного вам урожая, уважаемые друзья!